Верно. Рэй. Поздравляю вас с началом нашего турнира юных дзюдоистов. Дзюдо у нас ведь 10 видов спорта. Вполне вероятно, что кто-то из вас доберется для олимпийских вершин. Это только у нас будет первое выступление. Ну, дальше еще много лет тренировок, у кого больше силы терпения, тот станет олимпийским чемпионом. Наша судейская бригада, главный судья наших соревнований, который решает все спорные вопросы, к нему обращаться на их георгиев и судья международной категории. Поехали, Владимир Николаевич, судья международной категории. Михаил Ильев, артистов 50. 15-20, артистов 50. Настя у нас. Идите. Так, Карманов Кирилл, 50%. Калмаков Ярослав, арбитр 50%. Пищенко, арбитр 50%. Олег, арбитр 50%. Кузиров, Иван, арбитр 50%. С регламентом наших соревнований знакомит Наиц Георгий Георгиевич. Слушайте внимательно. Он все вам расскажет, если что, то расскажет. Включение объяснять, что не нужно делать, потому что многие, наверное, кто-то первый раз участвует, поэтому поможет в плане того, чтобы вы понимали, что этого делать нельзя. Второй раз уже будет наказан. То есть, что за ноги брать нельзя, это чтобы вы знали. За ноги бросать нельзя. Кого называть первым, он может становиться со стороны белой полоски. Кого называть вторым, он становится со стороны красной полоски. Понятно. И кому говорят «приготовиться», я опять называю первым, кто знает, что «приготовиться» должен стать со стороны белой полоски. 4, 28 и 32 килограмма. И 22 и плюс 35 будет бороться на третьем татаме. Носки, все металлические вещи нужно снимать. Мальчики должны быть только у девочек. А так носки и металлические вещи должны быть убраны. По правилам проведения приема разрешены все приемы.
We'll be right back.
Итак, внимание, начинаем награждение турнира «Юный дзюдоист» города Кингисеппе. Награждение проводит президент клуба ИБО Юрий Леонидович Васильев. И за первое место весовой категории 20 килограммов награждается Щеглов Максим. Третье место Войтович Дмитрий. И Сапарголик Ильдар. Пятое место заняли Васильев Андрей. Андрей Васильев. Васильев Андрей, тренер. Васильев Андрей. Третье место. Поваров Арсений. И Кузин Манучев. Yeah.